Итак, мне тут люди категорически не верили, что у нас в доме есть бассейн. Вот он. Погода сейчас, конечно, очень холодная, не для купания, но если хотите, я вот руку помочу, я не знаю, что еще вам надо. Вот бассейн, очень просторный, большой. Вот. Вот так люди живут. Обычный, обычный дом. Года вообще плюс 18 всего Цельсия. Вот бассейн вам. Я не знаю, что людей так удивляет. Кто-то даже из Германии написал: у нас в Германии нет бассейнов, а значит, у вас в Канаде тоже дома без бассейнов. Я уж не знаю, что в Германии. Я же не говорю, у нас в Канаде то-то, а значит, в Германии то-то. Или там в Зимбабве то-то, а значит, во всем мире тоже то-то. Вот, пожалуйста. В этом нет ничего такого. Это обычная фича вот в домах.